Акция подходит к завершению. К нам обратились более 70 граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию, ведут асоциальный образ жизни и которые желают вернуться домой. Из них пока предварительные итоги следующие. У нас в общественную организацию «Линия жизни» уже фактически устроены 2 гражданина. «Алмаз» общественная организация приняла 3 граждан. Председатели общественных организаций сегодня лично присутствуют на акции. Также равное участие принимает ПНУЛ, который сейчас отрабатывает в Терехе прием тех граждан, которые желают устроиться в ПНЛ на Мирнинская 2. Кроме того, организована санобработка тех граждан, которые будут устраиваться в Терех и которые потом из Тереха поедут в общественные центры. Таких у нас 20. Флюорографию прошли более 30, из них выявлены 4 граждана, у которых есть определенные изменения. Значит, с ними будет проведена работа, уже один устроен балаз, и часть людей подойдут уже в понедельник, из Терех уже будут их забирать для дальнейшего лечения. И на этой акции мы впервые организовали прием крови на наличие гепатита, и выявлены факты, их 4 болеют, что граждане болеют гепатитом В двое, С двое, и им рекомендовано уже дообследоваться по месту пребывания, поскольку мы говорим о том, что часть людей будет в Терехе, часть общественных центров. Задача их дальше уже сдать кровь из вены и практически уже принимать меры по их лечению. И мы будем дальше этот вопрос контролировать. Также терапевт приняла более 30 граждан. На месте 2 гражданам, которые страдают трофической язвой, оказана помощь по медицинской обработке. Многие из них болеют гипертонией, пиелонефритом, выявлены случаи заболевания бронхитом, и тоже первичная помощь им оказана. Конечно же, мы видим, что на сегодня граждане, которые к нам обратились, из них часть находилась в состоянии алкогольного опьянения. И прошли у нас через нарколога 29 граждан, и 9 из них направлены по направлению врача в наркологию. Надо отметить о том, что если гражданин желает лечиться, это происходит со стороны государства на бесплатной основе. Те, кто желает лечиться анонимно, конечно же, для них эта услуга является платной. Надо подчеркнуть о том, что у нас серьезным образом отработала служба учета граждан. Учета граждан, был организован отдельный автобус, ПАС, в теплых условиях граждане заходили и имели возможность пообщаться с нашими коллегами. И мы видим о том, что из обратившихся 60% имеют судимость. Часть из них находится под подпиской о невыезде, часть из них уже ранее, как я уже сказала, судима. И по трудоустройству на работу со стороны мэрии города Якутска взяли на учет 4 граждан, которые желают работать. Надо сказать о том, что часть людей, к сожалению, а мы сегодня, этот акция носит добровольный характер, те, кто желает на самом деле реально, чтобы у них в жизни произошли изменения, им оказана помощь, а, к сожалению, часть людей, они потом уже дальше пошли злоупотреблять спиртными напитками. И такие случаи у нас, к сожалению, имеют место быть. Поэтому сегодня остро ставится вопрос открытия медицинского вытрезвителя на территории города Якутска. Опыт других субъектов показывает, что это вопрос решаем. И на самом деле, конечно, они являются муниципальными учреждениями. Тогда мы бы, конечно, те факты, когда и в съемных квартирах злоупотребляют спиртными напитками, и в разных гостиницах, которые снимают на там определенное время, мы бы, конечно, эти проблемы на сегодня сняли бы самым серьезным образом. Теперь я слово хочу предоставить Ивановой Алине Степановне. И, конечно же, активная роль сегодня Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия тоже с утра до вечера. У нас есть служба психологов Лены Степановны и служба участковых. Пожалуйста. Спасибо, Сардана Михайловна. Я хочу сказать, что действительно у нас очень мобильно сегодня работают участковые уполномоченные полиции.
По вопросам миграции в нашу службу обратились 31 гражданин. Им оказана помощь, консультация. И, конечно, наши психологи отработали со всеми обратившимися гражданами. То есть это не значит, что он подходит и говорит, что я психолог. Визуально и где-то в каких-то разговорах мы с ними узнаем, какие у них проблемы. Конечно, проблем много. И все они, все это жизненно-бытовые, будем так говорить, и личностно-семейные отношения. Вот от этого человек как бы начинает подавляться и попадать в эту среду. И, конечно, им нужна очень такая сильная психологическая помощь. И здесь надо подумать, каким образом все-таки оказать им именно по этой линии помощь. Потому что, поняв причину, можно тогда только помочь человеку выйти из этого состояния. Спасибо. На сегодня, да, если брать по адресу, да, один из вопросов, да, который вы видели, вопрос, сколько иногородних, а сколько городских, по моим данным, там практически все жители. Да, надо сказать о том, что практически вот по прошлой акции у нас тоже практически 90, наверное, процентов были, которые обратились за помощью. 16 районов и 4 субъекта Российской Федерации. Сегодня мы тоже подходили к нашим гражданам, общались. Женщина одна была из Костатема Жиганского района. Парень был один из Эвена Батантайского района, один, которого забрал Алмаз, он был из Чурапчи, ну и так далее, и так далее. Поэтому на сегодня мы мэрии настоятельно рекомендуем отрабатывать с администрациями муниципальных районов, чтобы гражданин, например, который, во-первых, вышел из мест лишения свободы, и который уже снабжен суточными, у него есть авиабилеты, у него уже есть паспорт, чтобы они его отследили, и он попал по месту того района, а он ведь указывает, что я вот уроженец такого-то района и хочу туда вернуться, чтобы это слова с делом не расходились. И он оказался именно в том районе, где он сам хотел, а не попал в руки таких товарищей, которые там его, значит, подбивают на спиртные напитки, а то и он может сам, извините меня, не пойти, не дойти до аэропорта. Как правило, они вот злоупотребляют. Поэтому спиртными напитками. Или разные бывают, конечно, другие случаи, когда не по своей воле не оказались в городе, остались в городе Якутске. Поэтому мы после первой акции обратились к главам, а у нас 15, ну, вновь избранных глав сегодня есть в муниципальных районах, обратились ко всем с предложением, чтобы все-таки более активно здесь работали и возвращали своих граждан в свои родные улусы. Ну, здесь нужно полное сопровождение, я хочу сказать, то есть до конца. Это не значит, что мы на сегодняшний день, еще раз хочу повторить, что это не значит, что все 70 человек от первой акции и более 70 человек со второй акции, завтра они все исправятся, и все эти 140 с лишним человек, мы их завтра сделаем нормальными. Нет, конечно. Это должна быть повсеместная, очень такая тонкая, я даже хочу сказать, тонкая работа, потому что это каждое направление, оно должно быть отточено так, что вот да, мы человека, вот на сегодняшний день он вылечился, мы его направили туда-то, он устроился, ему помогли с паспортом, то есть все проблемы должны быть повсеместно решены, а не так, что мы вот помогли ему, а как дальше-то помогли? Ну, вот, все должно быть поставлено точком, каждому. Есть мнение коллег и горожан, что такие акции нужны. Но мы действительно говорим о каждодневной системной работе. Поэтому, исходя из этого, то, что сегодня идет поворот общественного мнения и понимания со стороны органов власти, конечно, мы можем сегодня с оптимизмом надеяться, что будет проводиться конкретная, постоянная, системная работа по оказанию гражданам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и, самое главное, которые желают вернуться к нормальной жизни. Вот исходя из этого, с точки зрения привлечения внимания, да, акция превзошла все ожидания, но предстоит еще дальше трудная,
каждодневная системная работа. Но мы к этому готовы.